Эй, всем доброе утро. Я вышел из своей общаги, которую очень легко можно узнать по вот этой церкви, которая находится рядом с ней. Сейчас потихонечку направляюсь в православный приход, в православную церковь, где в 10 часов утра начинается литургия. А сегодня, между прочим, День памяти Сергия Радонежского, с чем я всех сердечно поздравляю. Я приехал на нужное метро, это Ришард-Вагнер-Платц, и мне нужна Винтерштейн-Штрассе, вот она. Я сейчас пойду по направлению туда. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Будьте трапезы, потому что я сейчас прошу. Эй, только что побывал в этом чудесном храме, вот в этом, на литургии, было очень приятно, сегодня день памяти преподобного Сергия, вот солнышко наконец-то вышло, настроение просто прекрасное, очень там было хорошо внутри, и сейчас пойду, поем, потом буду встречаться с одним своим учеником. Тут народ марафон бежит, а сейчас я иду к эсбану, сяду на него и... Не знаю, может быть, сначала поем, потом сяду, может быть, сразу сяду и поеду. Только что встретился с Саймоном и с его другом. Мы прекрасно посидели в одной кафешке, здесь пообщались на английском. Вот, просто потому что его друг, к сожалению, по-немецки не говорит. Это было очень приятно и здорово. Вышел на Варшава-штрассе, и мне очень нравится тоже это место. Вот как минимум из-за вот этого U-Bahn, который здесь так красиво расположен, ну и из-за самой Сайт-Галлы, потому что она тоже классная. А мы зашли тут с ними в Бальзак-кафе. Куркума шейк. А Нина взяла себе чай с... Даже на какой-то остров, чтобы лечить. А ты снимаешь уже? Да, снимаю. Пицца с салями. Паста. Мы пьем бионада. Ура! Давайте за встречу.